Ну а перед началом хотел бы посоветовать свой телеграм-канал. В этом телеграм-канале ты можешь пообщаться с другими людьми, посмотреть разные фоточки, всякие приколдессы и самым первым узнавать о новых видео. Так что сканируй QR-код на экране, который ты сейчас видишь, и переходи быстрее. Ну а мы тогда переходим к самому ролику. Ну что ж, всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Тимис. И сегодня у нас будет обзор на новое мини-обновление. Не будем тогда затягивать, начинаем. Давно мечтал о робуксах? Тогда заходи на сайт Robux.gg. На этом сайте вы можете купить робуксы по самому лучшему курсу. К примеру, 400 робуксов у нас стоит 275 рублей. Robux.gg имеет множество положительных отзывов, а значит, им можно доверять. А еще на Robux.gg вы можете получить робуксы бесплатно. Делись с друзьями своим промокодом и получай робуксы с первой покупки друга. А также сейчас на сайте проходит масштабный розыгрыш на 200 тысяч робуксов. Не упусти возможность принять участие и выиграть кучу робуксов, выполнив простые условия для участия. Покупай робуксы дешевле, чем где-либо, лучший курс на рынке, моментальная отправка робуксов после оплаты, круглосуточная работа сайта, все это на Robux.gg. Ссылка на сайт будет в описании. В общем, у нас в этом обновлении вышло ивент Зенва, его вернули просто-напросто. И получается, нам около школы у нас стоит новая бесплатная машинка. Давайте-ка к ней подойдем. Опа. Клейм. Ну и мы ее забираем. А ну-ка. Опа. Ну и получается, вот так вот она у нас выглядит. Характеристики ее вы видите на экране, в принципе, за бесплатно, ну, типа за бесплатно юксус сладкий, да. Ну так-то, в принципе, пойдет. Ну и, в принципе, это у нас машинка праворульная. Ну и помимо этой бесплатной машинки, у нас вышли новые скидки на пассы. Получается, это наподобие, ну это вроде бы Черная пятница. А, вот, да, получается, 33%, так, вот, 33%, везде по 33%. Ну, это получается, да, наверное, Черная пятница. Ну, и помимо вот этого вот всего, у нас выходила новая UGC-вещь. Ну, UGC или UGC. В общем, мы могли вот сюда вот зайти и забрать. А, да даже их все не забрали. Не знаю, наверное, когда я уже ролик этот выложу, их все заберут, у нас копия там 1911 получается. А, и в общем, я вам сейчас покажу вот эту вот лимиточку. Ну и получается, вот она наша лимиточка. Это у нас Monster Truck. Это уже получается, наверное, третья лимитка, которая у нас выходит с этого, с Monster Jam. Ну и получается, вот такой вот у нас видосик вышел. На этом получается тогда все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Тимис. Всем удачи и всем пока!